Не первый раз, ты знаешь. Так, не знаю, ребят. Срочная съемка, без подготовки. Короче, космос. Санек Волгоградский вроде говорит, что вызов был. Вызов был. И скорая. Ну, к нему. Я ему вызвал. К нему приехали, это хорошо. Пиздец. Он умирает, космос ему дает сзади. Сейчас я не буду мешать доктору, пусть он посмотрит, настроится на это, на такого человека. Потом я подойду, узнаю какую-то информацию. Вставай. Ну не хочет, видишь. Говорит, вы мне не нужны. Да стой ты! Да тихо, не дергай. Дергай. Ну не дергай, а что ты? На сильный я его тоже не повезу. Если он не хочет, значит не надо. У него просто это там очко, что ты болит. Геморрой. Да мы знаем его, он часто говорит. Ожог там, естественно. Ожог у него уже 2 года этот ожог. У него опухоль, во-первых, вот, нездоровая. Вчера с него вечером. Иди в машину. Поднимайся, космос, с этого. Соберись, поднимись. Да не могу. Ну соберись. Жаль. Не могу, через не могу, соберись. Я понимаю, болит все, блядь. Соберись. Кос, соберись. Тебе надо, там пиздец, у тебя опухоль нездоровая лица, понимаешь? Понятно. У тебя водянка уже какая-то, серьезная. Соберись, поднимись. А? Не пойду. Не пойдешь? Я. Ну ты что, дурак что ли? Помирать будешь? Да. Мозги не еби, Кос. Сань, пожалуйста, блядь, я не могу, я уже. Приподнимись, там, блядь, все сделают, помогут тебе. Кос, ты что делаешь? Я специально вызвал скорую, блядь. Я говорю. Что? Пиздец. У тебя мухи там, ебать, начнут сейчас яйца откладывать. Ты что, охренел, что ли, блядь? Ты на себя смотрел в зеркало. Вставай, Кос. Ты на себя в зеркало смотрел? Не кричи, подожди. По одному. Да он сейчас отказку подпишет. Аданькин. 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 Кос, езжай. Имя отчество? Валерий Александрович. Собой сначала договоритесь, хорошо? Просто так вот это вот, как бы это, ну, без дела. Если человек сам... Не, я просто спонтанно попал, увидел его, спонтанно увидел, что скоро это. Скажи, пожалуйста. Нету прописки. 14-1. Вот, езжай, ради бога, пожалуйста, я тебя прошу. Что не? Сам. Что? Что ты блатуешь, блядь, кому ты что докажешь, блядь? Я никому ничего не докажу. А что ты выебываешь тебе? Пожалуйста, купи мне. Что? Баночку чаечку. Ага. Ну тут милиция ему надо добавить. Надо? Мы же поедем. Давай балтику выпиваешь и едешь. Балтика моего не возьмем. Давай. Да, я не поеду. Давай, тебя подпись не стоит, я еду. Нет.
Я тебе ничего не куплю, смотрите. Понял? Да, смотри. Как хочешь. Такое отношение твое, Кос. Пиздец. Просто пиздец, блядь. Пиздец просто. Шар. Нахуй ты так делаешь? Шар. А. Я вообще в дом. Можешь подыхать, я тебе на раду скоро. Да ты просто, блядь, хуеплёт, блядь, понимаешь? Просто хуеплёт. С твоим отношением, блядь, по крайней мере, ко мне, нахуй, ты просто хуеплёт, блядь. К тебе. Да. Все видели, все слышали. Я не знаю нахуй. Куплю этому ебаное пиво, блядь. Все, что я могу сделать, к сожалению. Блядь. Самое... блядь. Наворачивается комок. Самое хуевое в жизни. Поэтому у меня настроение такое. Что близкие люди, блядь, как пидорасы себя ведут. Ой, ребята. Нашел что в Москве. Легенда советского автопрома. Офигеть. Тридцатка еще ушастый. Он был у меня, правда, сороковка была. Уже без этих, без воздухозаборников. Прикольный аппарат. Начало хорошей конструкции в нем есть. Просто никому это не надо было. Слепили из того, что было. Кто скажет, кстати, напишите в комментариях, с какого. Вот Жигули у нас с Фиата срисовано, да? А Запорожец с чего был срисован? Ведь такого редко где найдешь. Такой привод, прямой привод. Такой вот аппарат. Ну, кстати, этот дом заброшенный. Оказывается, он это частное строение. Вот. Ну, рассказывают. Сейчас вот начали сюда приходить люди, фотографировать, что-то делать. Вот. И раньше здесь было казино, кстати. Какую, не знаю. Находится в таком месте, в аккуратном. Очень хорошее расположение географическое. И значит, этот чел, владелец этого здания, отбывал срок наказания. Но вроде бы вот он сейчас вышел с мест лишения свободы, освободился. И вот начались здесь определенные движения по поводу, видимо, реконструкции, ремонта этого здания. Такой вот парадокс вот такой нашел. Аптека. И вот такая фраза. Разбуди свои мысли. Интересно, что они имели в виду? Вот с девчонкой, с которой я там познакомился на Новослободской. Показывал ее, да? То, что, которая ведет там свой образ жизни. Вот в этом доме у нее квартира. Интересно, сколько стоит квартира в этом доме? Какая там? Александра Невского, 1 улица. Ну, это пипец, прям центр-центр. И вот так вот люди живут. Здесь мы с вами еще не были. Милусский парк. Такой маленький какой-то скверик. Что тут у нас за дядьки?
посмотрим. Фадеев, ну естественно. Как я не догадался сразу. Ну и так, немного истории. Миусская площадь получила свое название по расположению местности Миусы, Миусы, Миусское поле, которое упоминается в Москве по некоторым предположениям после взятия Азова. Петр I стал строить на Азовском море устье реки Миус гавань. Склад материалов, короче, здесь находился для гавани. Получил название Миусское поле или Миусский склад. Такая вот фигня. Хрен когда догадаешься, почему Миусская площадь. Река Миус на Азовском море. Петр I строил гавань. А здесь просто находился склад материала. Такая вот история. Ну, вот такой вот парк. Больше, наверное, сквер в черте города. Загорают люди. А пришел я сюда. Да просто так. А может быть, не просто так. Напишите комментарий, ваше мнение, зачем я оказался в Миусском парке. Кого они там задрали? Крыс задолбили. Или что-то там рыбу что ли какую едят. Что ты там жрешь-то хоть? А, ворона? А, нихера себе, они голубя. Ну. Голубя задолбашили. Вороны, блин. Лежал на лавочке, здесь еще не собачьи. Космос, ёб твою мать. Иди хоть в тенек вон туда, под деревья. Хуль ты лежишь, сало топишь, нахуй. А? Чего? Заебал ты, блядь. Иди в тенек, что ты как дурак лежишь, блядь. Ай, пошел ты нахуй. Я понял. Уже билет еще. Сая, уже билет здесь. Полетен. А это? Че, на Байкал не поедем? Поехали. Вот его поехали. А что там? Толпой, бля. Там нормально отписать. Ну, озеро, озеро, на озеро. Я сейчас еду. Я три года освободился, я три года вообще не пил. Я пить начал от того, что я просто устал. Вот это вот. Ты чё не бухаешь? Хватает? Так я говорю, он по бутылке. Я говорю, вот так было бутылка. Ой, я не стал пить. Димка, вот он в одиноко. Мы с ним
мне сначала выпили, до меня было полбутылки, я... Там есть, еще А ты там не допил, что ли? Нет. Не смысл. Он уже в образе, в образе. Нет, Димыч, нормально все. Евреев гощает, да хуй с ними. На, Дима, такую сигарету. 75 рублей сигарета, давай тебя выкинем. Такую, да? О, нихуя себе, давай закурим. 75 рублей сигарета, Дима. Кайфанем немножко. Одна? Да у меня есть. Корсар. А я тебе другую дам. Я имею в виду, одна 75 рублей. Да, да, да. Есть? Я тебе другие дам. Я взял. Еще другие. Я сам люблю такие вот, которые со вкусом сигареты. После кофе утром встаешь, блядь. Не, молодец, коньячку в дорогу, блядь. Ну какая? Красавчик. Я люблю ехать. Не, не в том дело, просто как видно, когда человек хотит что-то в этой жизни или не хотит. Я сам себя вон люблю. Сидят, домой уехать не могут. Это. Да нахуй надо, у меня билет куплен, ебал я рот. Ой, нахуя, что, ЛД, да? Мне нравится тоже они, блядь. Я утром кофе въебал, ЛДшку, и так ровно в красный берет. С копейком нормально. Вообще, я вижу. Поменяемся? Да нет, это ты чего, это же один там, блядь. Корсар, это. Я раньше вот здесь тусовался на улице, блядь. Кэптен Блэк постоянно покупал. Здесь у вас можем деньги поднимать нормально вообще. Ну да. Я тогда начал поднимать, мне такие, пошли, ты, ребят, поднимите, давайте отсюда. Нельзя. Я понял, что нельзя. Здесь и либо ты. Да-да-да, мне сказали, давай. Прилег, ты в общем сам приготовься ехать купаться в трусах. Вытрих за все, да, вытрих. Всего лишь. Нет, да. Мне просто подошли и сказали. Только давай. Так, только так здесь. Нет, мне сказали, стартуй сюда. Вот в тот день вот тогда. Из-за чего я на белку там уехал? Я говорю, нахуй, я говорю, понял, не надо мне этого. Не, это просто нарвался на кого-то так тут гостеприимно, ну как сказать, не то что гостеприимно, а нормальные, здравые люди. Единственный вокзал, на котором особо нету, блядь, кипиша. На Курке вообще вообще полный беспредел. Я приехал на Курок, а я на Курок все попал. А вот я отсюда на Курок уехал. Я приехал на Курок, я просто знаешь, уже такое было, знаешь, как говорится, человек искал смерть. Да? Прям. Отвечаю. Смерти? Реально, я искал смерть. Залупался на всех, на кого не могу. Представляешь, два мужика, блядь, здоровых сидят, парень, да, дети. Представляешь, говорит, если я тебе ёбну по голове, то мне похуй. Они, блядь, иди от нас, блядь, на тебе буду в колке, только пиздуй от нас, только едь, блядь, они уже сами от меня не радуют. Отправили меня, все, я сяду за себе лавочку, ну хули это бутылка, вот хули я один, ебан, бутылка вот. Блядь, ну надо же приключить на жопу найти, ебан, я тебе говорю. Блядь, я... после этого раза, как меня вышел, там, никто, нахуй, никто, вообще никто не тронул, ебан. Как будто, у нас Архангел сидит на плечах, нахуй, всех отгоняют, ебан. Блять, вообще. Так никто. И вот и в Екатеринбурге жена развелся когда. Думаю, сука, я две недели вот в синьку упал нахуй. И прикинь, проснулся в таком бобжатнике. Там сука, ебаный вот я так поднял, хватил. Он ебет, она обосралась нахуй. Он говорит, иди подмывайся нахуй. А сам весь в говне, я думаю, да ну нахуй. Вонища такая. Я вышел оттуда. От меня там на улице 27 градусов мороза, а у меня все вещи фирменные, ну, я люблю себя, я покупаю вещи дорогие, я все это бросаю, прикинь, стою возле помойки, все сбрасываю. Бомж тоже идет, видимо, оттуда, он идет, хуях, мы же шмотки, потом хуях фирменные вещи, хуях все бомж ставлю, я скидываю, он себе сказал, я в трусах пиздую домой, стучусь в дверь. А жена выставляла, как бы сумки, я не забрал. Я знаю, что у меня там вещи-то есть, ебан. Я поднялся уже, подъезд, в хату стучу еще. У меня звонка нету, вот до сих пор звонка нету. У меня раньше была общага. Я, короче,
там взяли квартиру, коридор, ну, короче, коридор она типа ебана. Они же дешевле стоят. Я, получается, если так квартира стоит двушка, блядь, где-то по делах трех с половиной, четыре, блядь, я за 2700 взял, двушку ебану. И у меня, блядь, извини, кухня 3,5 на 3 ебана. У меня, получается, так заходишь, туалет ванна, дальше проходишь, получается, кухня ебана. Направо комната, налево комната. Ну, две комнаты кухня ебана. Так, ну, планировка охуенная. Купил сам лично, блядь. Ни у кого денег не занимал. Блядь, единственное, в этой ВТБ-банке кинул. На 2 миллиона его. А я взял, там дочку прописал. Я же хит. А дочки не имеют права. А через 10 лет все долги гасят. Я взял на дочку все оформил. И дай мне 10 рублей. У меня племянница. Ой, блядь, старший юрист из Сбербанка России его. Закончил здесь ГИТИС нахуй. В ГИТИС его. У меня же какой-то там. Короче, ГИТИС нахуй. Короче, юрист его. Здесь в Москве. Сразу не помню, закончил. Она мне закрыла. А так, когда можешь, я могу. Делай его, блядь, оформляй. Все красиво сделали. Я сделал всего, заплатил 4 платежа. 4 платежа сделал, мне мошенничество уже не прилягло. А в одном у меня, блядь, последний срок я получил, блядь. Проебал. Сделал, 3 платежа сделал, 4-й хуяк. Они, пидорасы, взяли, тормознули его. Короче, понял, что я их кидать хочу, его. Они его тормозят, короче, на 6 дней. Ну, там 7 рабочих дней он должен пройти. Они 6 рабочих дней тормозят, нахуй. И у меня хуяк не платеж, нахуй. Иди сюда. Держал, нахуй, 7-летку. Технично, ну, блядь, тоже, блядь. Поняли, что хули я 7 банков кинул, ёбан. Я беру. 4 платежа платишь. Потом ты себя объявляешь нетрудоспособным, нахуй. А я инвалид, ебан. Я получаю военную пенсию, я инвалид, ебан. Если я объявляю нетрудоспособным. Так, обед у нас с Димоном. Приятного аппетита. Поднакачался-то, да? На жаре сейчас пить вообще пиздец. Че, сколько ты выпил? Грамм 300, наверное, да? Я не знаю. Все остальное там. Бля, вот посмотрите на этого долбоеба. Я хуй его знаю. Что с ним делать, блядь, это просто пиздец. На, воды попей, заебал ты нахуй. Че ты, правда, чудачишься, я не пойму, блядь. Космос. А? Че ты чудишься? Я тебе утром еще сказал, иди в тень, блядь. Нахуй ты тут лежишь на жаре, блядь. Что ты пытаешься доказать, блядь, ебаный брат? Ну а хули ты тут лежишь, блядь, у вас всех на виду, умираешь, блядь. Где потеплее? 32 градуса, блядь, на улице, ебаный в рот. Иди хоть вон туда, вон за поворот, на эти, на бетонные блоки, блядь, там ляг, нахуй, на блок, нахуй. Попей воды и иди в тень, блядь, придурок, нахуй. Какого хуя ты, блядь, выебываешься?